Всем привет, с вами Марат, и сегодня у нас вновь выпуск по игре Virtual Solar 7 второй сезон, и сегодня у нас на обзоре госпиталь на Британике, но это раз уж начал речь об Олимпии классе, так что продолжим его. Это, в общем, Британик 1916 года, в общем, госпитальная версия. Ну, кстати, она в 100 раз отличается от этой, как его, от пассажирской, точнее, от гражданской тем, что тут наличие шлюпок, вот такие вот шлюпки есть, то есть шлюп-краны тоже вот, побольше, вот, чем вот. То есть, допустим, на той модели их не было вообще, здесь было вообще другое пространство, то есть закрыто здесь все. Вот, все по-другому было. Вот. А вот, видите, тут также вот такие вот корабли вот тоже интересные, кстати, довольно-таки, что это. Тоже типа шлюпки, только другие немного измененные. Вот. То есть на это как его. Кстати, вот здесь не было такого. И вообще не было на корабле, там вот сбой шлюпок в конце корабля, вот такого не было. Здесь вот у нас вот тоже вот такие вот дополнительные вот шлюпки вот на конце корабля, вот, то есть, в общем, вот так вот все выглядит, перекраска вот тоже вот госпитальные. Потом что вот, что еще здесь, что здесь еще можно показать. Вот, ну, ну, пустота, конечно, наверное, вот модель все-таки пустынная. Такая вот фигня, могу вот так вот сделать. Так вот так вот можем сделать, и вот такой фокус можете сами, кстати, порыться в моделях. Вот так вот. Вот так вот выглядит наша модель корабля Британик. Тут у нас вот золотыми буквами выбито Британик Ливерпуль. Это у нас Британик просто выбито. Вот, Британик. Вот. Тут у нас типа ржавчина, что ли там, или что-то. Какая-то фигня. Тут у нас все вот выцелит спереди. У нас вот табличка вот G618. Вот тут вот написано. В общем, модель корабля довольно-таки неплохая, вот правда, вот на капитанском мостике детализация унылая, к сожалению. Ну ладно. А давайте приступим к запуску корабля. Что-то сейчас наколдовали. Ладно, давайте приступим к запуску. То есть, в общем, вот для этих моделей там, к сожалению, точнее, не то, что, точнее, ну, то есть не надо было скачивать всякие дополнения. Вот. То есть слышится, что это паровая машина, а не катер. Что с откинет, естественно, вот. То есть, вот, допустим. То есть на той модели не было вот этих шлюп-кранов. Сейчас там с кормы начнут откидывать. Там разворачивать. Вот. То есть по идее может спуститься, ну, то есть по-нормальному, то есть как корабль. Только на этой, на демо-версии. А вот на таких вот не получится. Вот. У нас вот написано Ливерпуль, вот значок компании. White Star Line. То есть тут у нас вот такая вот система, как говорится, для шлюпок. То есть вот это, допустим, опускается. Поднимает эту. Ее дальше опускать, потом тут тоже вот тоже так же делают. Вроде бы на некоторых теплоходов там тоже так же сделано. Надо развернуть в ту сторону корабль. Пока вот так вот сделаем. Вот тут у нас дымят три трубы, четвертую у нас что-то совсем немножко дает. Вообще модель, в принципе, неплохая. Скачал сайт из Эдвардса, оно, кстати, будет в паке. Вот. И да, кстати, небольшое объявление, 15 числа у нас будет стрим, то есть это сегодня с 14, завтра 15, то есть у нас, как говорится, объявление такое, вот, будет стрим, посвященный второму сезону, вот, если что, изменения я напишу в группе, так что следите за группой, там что будет или не будет стрим, надеюсь, что будет, вот, кстати, вот тут у нас тоже вот такой, типа, катер, вот этот второй. Попробуем прыгать.
Да, кстати, вот еще вот такой вот. Кстати, вот еще вот такой вот вопрос, кто умеет, кстати, вот снимать. Ну, чего-то не снимать, я тоже какой-то. Кто знает, как спускать шлюпки на, с таких вот кораблей, можете написать. В комментах буду благодарен. Вот, тоже хотел, типа, фильм намечал там снимать. Вот, кстати, тоже будет. Я уже с понедельника начну видосы. Точнее, не видосы, а вот эти ролики делать. Ну, не ролики, а точнее, дубли вот. Поэтому по фильму там что-то смонтирую и так далее. Модель корабля довольно-таки красивая, то есть без ничего не графонистая. Есть небольшие косяки, но это... Кстати, сейчас мы кое-что сделаем. Поглядим освещение ламп. Это у нас так светится. Вот. У нас светится постоянно вот. Лампы вот эти вот. Это гирлянды. Тут еще тоже вот все вот эти фонари. Здесь мы не сядем на мель. У нас тоже вот фонари, то есть это автоматика. Если бы обязательно в такое время начал тонуть британик. Вот у нас там вот американский флаг, флаг тоже это госпитальное судно. Ну а на корме где-то там сзади должен быть флаг White Star Line. А нет, нету его. Очень жаль. Ну что ж, я думаю, пора закончить наш видос. С вами был Майк Мат, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новых видосов. Может, последний день у нас голосование, так что голосуйте за теплоход для Virtual Simulator 2. Вот чего-то не Virtual Simulator 2, просто второй сезон по Virtual Simulator на тему личный транспорт. То есть там будет. Что ж, всем спасибо, всем пока, до скорых встреч.